студія Думская ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі, як завжди, з понеділка по п'ятницю з 14 до 20.00 у режимі реального часу. Обговорюємо найважливіші та найцікавіші питання у студії Нікіта Тарола та Олена Єрмієва. Доброго дня! Долучайтесь до нас. Саме зараз поговоримо про те, як швидко лікувати кашель, який буває кашель, та будемо руйнувати міфи, традиційне лікування і як лікують його саме лікарі. Лікар Ігор Мазніченко з нами. Вітаємо вас у студії. Так, будемо говорити про кашель, про таке явище, з якого може починатися хвороба і який може, власне, закінчуватися. Ну, это один из первых мифов, что кашель – это болезнь. Кашель не является болезнью. Кашель является симптомом заболевания. Он никогда не бывает самостоятельным. Кашель – это условный, мощный рефлекс по защите нашего организма. С помощью кашля мы очищаем наш организм от различных загрязнений, слизи, мокроты, инородных тел, чего угодно. Кашель направлен, чтобы защитить наш организм из чего-то не свойственного для него. И, к сожалению, многие люди, особенно сейчас, мы много в эфире говорили о ОРВИ, гриппе, осложнениях, бронхитах. Частый симптом ОРВИ и бронхитов, и ларингитов, воспалительных процессов верхних дыхательных путей сопровождается кашлем. Но кашель, как я уже сказал, это рефлекс, который заключен, в его основе лежит раздражение кашлевых рецепторов от носа, задней стенки глотки, трахеи, бронхов, перикарда или сумки вокруг сердца. Кашлевые рецепторы также есть в пищеводе, на ушах, поэтому кашель может сопровождать не только воспалительные процессы верхних дыхательных путей, либо бронхита, либо так далее. И, к сожалению, люди, начиная самолечение, увидели у себя, либо у своего родственника, либо у ребенка кашель, и начинают сразу придумывать, какие же лекарства ему давать. В наших аптеках у нас такое изобилие, что я думаю, что даже половины не смогу перечислить, что есть в арсенале каждой аптеки. Поэтому я думаю, что есть нужда в обсуждении этой темы. Когда мы говорим о заболеваниях верхних дыхательных путей и кашле в частности, есть три основных причины, моментов это кашля. Первый – это непосредственно сам воспалительный процесс слизистой, который может возникать на фоне вирусной инфекции либо бронхиальной инфекции. Второе по частоте встречаемости – это могут различные быть так называемые гиперреактивность бронхов. Гиперреактивность, то есть чрезмерная реакция. Это то же самое примерно, что будет незначительный раздражитель, да, какой-то для таких заболеваний характерной аллергической природы заболевания. Это те же самые обструктивные бронхиты характеризуются гиперреактивностью бронхов. Когда незначительный раздражитель приводит к чрезмерному ответу. Так, чаще всего это бывает у детей, потому что их иммунная система, так же, как и бронхи, еще не до конца созданы, развиты и функционируют, как у взрослого человека. В частности, кашель у взрослого человека и у ребенка, он тоже различается. Детям кашлять сложнее. Когда вы видите, как ребенок кашляет и не может откашлять, не всегда это потому, что он не знает, как откашлять, и что делать с этой мокротой. У них недоразвита мускулатура, с помощью которой им вспомогательная мускулатура, которая не кашляет. У них не развиты еще мерцательные эпители в наших верхних дыхательных путях. Есть реснички, которые помогают вытолкнуть эту мокроту. У детей до 5-6-летнего возраста еще не созданы, не развит окончательно в полном объеме синтез сурфактанта. Сурфактант – это то поверхностно-активное вещество, которое позволяет альвеолам и бронхиолам не спадаться, не слипаться. Это то же самое примерно, вот как капнуть в лужу с жиром каплю фейри. И тогда вы увидите броуновское движение, как эти частицы будут разбегаться. Вот то же самое происходит с сурфактантом. Поэтому дети до 5-6 лет, им кашлять намного сложнее, нежели взрослым. Это тоже нужно учитывать. Щодо лікування кашлю, я не знаю, міф це чи ні, однак педіатри рекомендують, якщо дитина кашляє, спочатку дайте їй напитися добре, а потім вже думайте про якісь засоби лікарняні, там сиропи, якісь інші засоби.
Отличное замечание, потому что бытует мнение, и у него есть много подтверждений, что доказательная база у препаратов, способствующая отхаркивающему эффекту, мы попозже поговорим, какие у нас группы препаратов для лечения кашля. У нас есть от кашля, есть для кашля, их нельзя совмещать, и у каждого препарата есть своя точка приложения. Вот. И либо это препараты, которые провоцируют этот кашель, да, в котором вы имеете в виду случай, либо мы должны наводнить ребенка. Бывает, мамочка приводит ребенка, мы слушаем сухие хрипы, да, заставляя мамочку дать ему компота побольше, потому что ребенок потеет во время заболевания, да, температурит, теряет влагу. Мы его наводним, они приходят буквально через сутки, и там уже совершенно другая картина. Поэтому пить, когда вам пишут в рекомендациях вторым пунктом после режима двигательной активности и диеты, что обильное теплое питье, щелочное, вот, это обязательно нужно исполнять, особенно касательно щелочного питья. Щелочное питье разжижает мокроту и провоцирует мерцательные эпители, вот эти те самые реснички, отхаркивать лучше, поэтому мокрота уходит быстрее. Теперь касательно, когда же мы что будем лечить. Вначале, если мы говорим о воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, появляется вначале сухой кашель или непродуктивный кашель, когда человек кашляет, но при этом мокрот у него не выделяется. Как правило, этот кашель надсадный. Это два варианта. Либо у человека бронхит, либо что-то выше. Если мы говорим что-то выше, мокроты мы у такого человека не дождемся, потому что воспаляется трахея, да, голосовые связки, ларингиты. У человека бесконечный сухой надсадный кашель. Не стоит принимать тогда препараты, которые разжижают мокроту, способствуют выведению. В этом случае происходит воспаление слизистой оболочки. При этом не образуются мокроты. Поэтому плющи, все подорожники, все, вся эта группа, она здесь работать не будет. В этом случае мы говорим о противокашлевых препаратах, те, которые будут останавливать кашель. Но их назначить имеет право только врач. Мало того, что они серьезны по своему механизму действия, они влияют на кашлевой центр в нашем головном мозге. И при этом мы должны исключить любые патологические процессы в верхних дыхательных путей, в нижних дыхательных путей. Поэтому необходимо сначала обследоваться, потом назначать. Иначе, если человек у него будет принимать противокашлевые препараты при сухом кашле, тогда эта мокрота, которая по всей видимости у него может быть, она будет сохраняться в бронхах, в легких, на нее будет насаживаться та же бактериальная флора, которая у нас с вами есть всегда. И из элементарного ОРВИ, да, мы можем сделать тяжелую пневмонию, потому что мокрота не эвакуируется, а это, по сути, гной. К гною присоединяется вторичная инфекция и запускается вторичное заболевание, более сложное. Дальше, по мере выздоровления, да, на 3-4 сутки, к сухому кашлю, если мы говорим про тот же бронхит, уже начинается малопродуктивно, то есть мокроты начинают образовываться, и человек начинает кашлять и отхаркивать. В этом случае мы тогда говорим про препараты, которые будут разжижать мокроту и способствовать ее эвакуации. Да? Опять же, нужно побольше пить, и вот тогда уже можно принимать различные там сиропы, таблетки, которые будут способствовать кашлю. Эта группа препаратов называется отхаркивающие. У них есть разные направления действий, поэтому в индивидуальном порядке персонифицировано доктор уже будет подбирать лечение для каждого человека. И последнее, что хотела сказать в общих чертах о кашле, это о спастическом кашле, так называемый. Кашель, который характерен для обструктивного бронхита, для людей, у которых есть склонность к бронхиальной астме. Когда в конце этого малопродуктивного кашля, тогда секрет отличается. Если мы говорим о классической мокроте, тогда в этом случае будет секрет очень вязким, потому что в основе этого заболевания будет лежать аллергическая реакция, гиперреактивность. Поэтому этот секрет деткам, особенно до 5-6 лет, очень сложно отхаркивать. Поэтому кашель будет малопродуктивный. И стандартные препараты тоже подходить не будут. Здесь немножко другое лечение будет. Утренний кашель есть также. Утренний кашель чаще всего характерен для людей любого возраста, для обычного бронхита. Когда утром мы проснулись, прокашлялись, много мокроты выделили, на протяжении дня ничего с нами не происходит. Это физиологический процесс. Во время сна под силой тяжестью мокрота опускается вниз. Когда мы просыпаемся, вертикализируемся, тогда мокрота начинает опять опускать вниз, раздражать кашлевые рецепторы, и мы начинаем с вами кашлять. Также существует еще кашель физического напряжения. То есть мы можем
можем наблюдать, ребенок в спокойном состоянии не кашляет, но если он там занялся физической активностью, поигрался, побегал на горках, покатался, появился кашель грубый, надсадный, с этим нужно обращаться к доктору, потому что причина может быть не в бронхах, часто очень сопровождаются различные пороки. Чи навпаки, ми з вами говоримо про те, що людина зранку встає і починає кашляти? Чи навпаки, людина ввечері лягає і вже починає кашляти? От саме коли займає горизонтальне положення? Є теж такий симптом. Він теж супроводжується воспалительними процесами верхніх дихальних путей. Чаще всього такий кашель зустрічається у людей через 2-3 тижні. Це називається затяжний кашель. Когда, собственно, і це більше зв'язано не з тим, що воспаління сходить на нет, а більше зв'язано з гіперреактивністю бронхів. Ми називаємо ще такий кашель, часто буває осложнення після вірусних інфекцій. Це поствірусний кашель. При цьому необхідно, в першу чергу, опять же, исключить наличие мокроты и воспалительных заболеваний. И необходимо, когда вас доктор осмотрит, сдать общий анализ крови, общий анализ мочи. И когда нет никаких признаков воспаления, при необходимости повторяется рентгенологическое исследование, тогда мы говорим о поствирусном кашле. И опять, это гиперреактивность бронхов, я еще раз подчеркиваю. Это не связано с заболеванием. Тогда в этом случае мы лечим противокашлевыми препаратами. В европейских рекомендациях пишется сегодня, что после тяжелой ОРВИ инфекции этот кашель может сохраняться на протяжении до 2 месяцев. Поэтому единственное, и, как правило, такой кашель не проявляется на свежем воздухе. И это гиперреактивность, это чрезмерная реакция. Дома у нас находится большое количество полютантов, да, пыли различной, и перепады температуры. Когда человек болеет, когда у ребенка кашель, необходимо какую температуру держать? Ближе к нижней границе, это 18-19, и проветривать. Здесь тепло и сухо не подходит, нужно держать влагу и проветривать очень много. На свежем воздухе кашель успокаивается, дома он возрастает, потому что мы задраиваем все люки, окна, двери, ложимся спать. Это перепады температуры, так же, как и табачный дым и пыль, приводят к чрезмерной продукции этого кашля. Ви говорите про те, що кашель не є хворобою, але буває таке, що виникає кашель, нема температури, майже нема нежиттю, і там декілька днів людина кашляє, ну, можливо, там 3-4 тиждень вона кашляє, потім кашель поступово зменшується, людина там п'є якісь чаї, п'є багато рідини, і він проходить. А що це? Це просто якась там якісь подразнення легенів чи що? Тоже очень интересное замечание. Есть исследование, оконченное, очень большое, рандомизированное. И мы, есть такое понятие, как синдром постназального затека. Что это происходит? По различным причинам. Анатомически у нас расположены защитные органы. Да? Аденоиды мы слышали, наверное, о таком. Они расположены за носовыми ходами, на задней стенке глотки. По ряду причин они могут разрастаться, увеличиваться. Как правило, это тоже связано с гиперреактивностью и чрезмерной защитой нашего организма. Что это способствует? Накопление слизи, накопление назальной слизи. Мы ложимся спать, и вся эта слизь по задней стенке, мы этого не видим, с носа не течет, течет назад. По задней стенке это все спускается в бронхи, появляется продуктивный кашель. Очень часто такая ситуация бывает у детей. Когда кашель хронически месяцами идет, и эти сиропы льются рекой, таблетки рекой, рентгены, кровь, никто не может понять, в чем же причина. Тогда в первую очередь исключают аденоидиты, то есть разрастание аденоидной ткани. Вот. Вторым моментом мы исключаем гастрорефлюксурную болезнь, когда идет заброс желудочного содержимого, чаще всего опять же ночью, в ротовую полость, попадание на голосовые связки и затекание в бронхи. Опять же, у детей это бывает с несостоятельностью, неразвитым еще окончательно мышечным сфинктером, круговой мышцу, которая разделяет пищевод и желудок. И тогда происходит ночью подтекание,
и попадание в бронхи. И поэтому это вторая по частоте причина бесконечных этих кашлей. Поэтому кашель нужно лечить не кашель, а заняться гастрорефлюксной болезнью. Нужно лечить не кашель, а заняться аденоидами. Как правило, когда нормализуется носовое дыхание, когда аденоиды уменьшаются в объеме, иногда это нужно оперативное вмешательство, тогда проблема кашля уходит. И этим обязательно нужно заниматься, потому что бесконечный кашель, это бесконечное отхаркивание мокроты либо слизи, это всегда повод для того, чтобы размножалась неправильная и нехорошая бактерия. И всегда это риск развития бронхиальной астмы в том числе. И як собі швидко допомагати, чи дитині швидко допомагати, якщо кашель, ну, такий дуже сильний? Що значить дуже сильний? Ну, от приступ кашлю, наприклад, або ну, він там не припиняється, можливо, чаї якісь там, чи... Кашель действительно бывает разный. Бывает лающий кашель, бывает надсадный сухой кашель. Его еще называют коклюшоподобный. То есть, когда человек заходится в кашле, остановиться никак не может. Существует физиотерапия даже для домашнего использования. Ингаляция не всегда помогает. Ингаляция хорошо с помощью небулайзеров. Вот, содовые ингаляции с различными препаратами отхаркивающими, с гормонами, которые местно действуют. Очень хороший результат. Опять же, по показаниям. Кроме этого, можно делать горчичники на икроножные мышцы. Можно сделать ножные ванны или в горячую воду опустить руки либо ноги. Это называется отвлекающая терапия. Главное помнить, чтобы не было температуры. В этот момент происходит перераспределение нервных импульсов, и они из бронхов переходят, например, на руки, либо, если мы говорим об икроножных мышцах, это действительно 10-15 минут, боли не должно приносить никакой, и ребенок себе засыпает. Это элемент отвлекающей терапии. Дыхать над картоплею – это тоже отвлекающе? Дякуємо вам. Єгор Мазніченко, лікар, був у нас в гостях. Невелика пауза і продовжимо.